Из Владивостока в Красный Яр. В преддверии празднования 60-летия Приморского села представители коренных малочисленных народов отправились в автопробег по Приморью. Удыгейцы, тазы, нанайцы и гольцы проедут в автоколонне более 1000 километров по краю. Таким образом, представители малочисленных народов популяризируют свою культуру и традиции. Вместе с ними проедет Красный Крест. Участники посетят Ольгинский район, национальный парк Зов Тигра в Лазовском районе и национальный парк Бикин в Пожарском районе. Это традиционные места проживания малочисленных народов. Маршрут завершится в Красном Яре, где в субботу, 5 июля, пройдет национальный праздник. Хотелось бы, чтобы Приморский край, хоть жители Приморского края, немножко больше узнали о коренных народах, потому что мы живем в этом крае. И хотелось бы, чтобы история, жизнь коренных народов была более доступна.